Всем привет, дорогие друзьяшки! С вами Леон и Лиз! Hey! И сегодня в Rust вышло долгожданное обновление. Добавили, ребята, огнемет! Вот! Да, саново! Да, и мы чертовски рады. И мы сейчас будем сжигать вот этот вот дом. Тест-хата, жги меня. Мы сегодня не просто будем сжигать этот дом, мы будем тестировать вообще, в принципе, эффективность огнемета против дома. То есть, ну, поможет ли он в рейдах, поможет ли он быстро, допустим, быстрее, чем C4, прожигать и тому подобное, так как огнемет использует для вместо патронов топливо низкого качества. И, соответственно, с этим, то есть, это, ну, ресурс, которого, в принципе, много. И если за счет этого ресурса можно гораздо быстрее рейдить чужие дома, то это имбаланс, конечно, будет. Вообще. Ну или не то, что имбаланс, просто гораздо другой, совсем кардинально другой способ рейдить чужие дома. И вообще, в принципе, огонь в игре начинает, скажем так, перешагивать какую-то новую ступень, потому что добавили помимо огня еще бочки и ведра. Теперь можно с ближайших речек таскать воду, добавлять ее в бочки и вообще, в принципе, даже тушить пожары с помощью ведер с водой. Вот. Ну, короче, чё, я предлагаю, давай вот по... Ну, то есть мы не будем прям вот прям усердствовать, а вот просто для начала одну стеночку попробуем сжечь, обычную деревянную, вот с дверью, да? Угу. Давай кто-то один будет сжечь, чтобы посмотреть, сколько патронов уйдет. Давай, давай, ты будешь сжечь. А, ну, ладно. Давай, жги. Ова. Мы там соорудили такой вот импровизированный дом. Среднестатистического игрока, который любит играть. Ну, смотри, я всю обойму высадил. Ага. И я сжег 70. Ну, 70 я сжег. Видишь, в чем хитрость использования огнемета? В том, что нужно жечь по площади. То есть нельзя в одну точку, по-моему. Ну, да, и жечь надо не так, как я вот взял и всадил все сразу. А надо вот поджег, оно горит пока. Ты типа же это. Ну, типа, отдыхаешь, потом оно потухнет, ты так снова опа, гонишь. Ну да, так потихоньку, потихоньку. Да, вот так вот. То есть, получается, вот, типа, ну, можешь зажечь другую часть хаты как раз пока что. Ну, давай, ладно. Это дело все. Оу, е. Так, мы будем жечь как деревянные, так каменные строения. Вот есть бронированные, есть легкие. Давай еще каменные параллельно подожгем. Давай каменные параллельно тоже так. Ну, просто, вообще, в принципе... Посмотрим, как быстро то или иное строение будет, и как сильно оно будет подбирать. Вообще, в принципе, пироманством диким занимаемся. Ей. Крафтится, кстати, с ее добром. Сейчас покажу еще раз. Значит, 8 металла высокого качества, 250 фрагментов металла и 100 топлива низкого качества. В принципе, не так уж и много для того, чтобы скрафтить, но нужно еще найти рецепт крафта этого огнемета. Ну и думаю, что в ближайшее время просто тут каждый второй будет бегать с этими огнеметами. Надо будет еще потом в конце проверить, как эффективно он человека сжигает. Вообще. А, да. Броню полную, допустим, оденем, броню полную и попробуем сжечь его. Блин, там, наверное, знаешь, вот ты засел такой в доме, и тебя просто вот со всех сторон жгут, и ты такой, мать моя женщина! Мой Чуть дом. Не подстреливаешься, по-моему, вот, когда вот такое вот происходит. Да там паника, понимаешь, когда ты в доме горишь заживо, это вообще жесть. Да. И ты такой, знаешь, типа, подбегаешь, и дом твоего друга, товарища жгут, и ты просто такой бежишь, типа, в горящую избу, спасти котенка, блин, спасти друга. Блин, я прикинь, я даже запрыгнуть не могу. Да. У меня блокмод включен сейчас, и, блин, это, да. Но он потихонечку разваливается. Ну знаешь, деревянное строение довольно медленно и, наверное, горит. Ну да, медленно. То есть немало надо, конечно, да, немало надо топлива. То есть ну, C4 всяко все еще самое эффективное средство. Да. Но подосрать кому-то фундамент... А вот фундамент... я вообще не представляю, как сжечь. Я вот так вот, если... Так, ну-ка металл... А металл, слушай, мне кажется, он термоустойкий вообще. Думаешь? Огонь пофигу, да. Вау. Вообще, не важно. Слушай, он так здорово горит. Ну-ка, если не искать, то... Так. И, по-моему, да, из легкого металла ему тоже пофигу. Абсолютно. Ну, это было очевидно.
Красота! Ну, приятно стреляет, что самое. Анимация все здоровская. Но дом деревянный складывается, как спичечный, не знаю, домик. И как же классно горит. Он может ящики подпалить, посмотреть, как это будет. Ну и камень тоже неплохо горит, если так скажу. Ну камень, да, он тоже подвержен огню потихоньку, но он горит. Кровать горит, блин. Прикинь, просто пока ты спишь, твой дом жгут. Ты на кровати, ни о чем не подозреваешь, ты просто складываешься. Ну короче, да, печки. Металлическим домам им абсолютно насрать, вообще абсолютно. Да, то есть против металлических сооружений идти. Но зато знаешь, он эффективен против ограждений каменных. Ну да, деревянных. Типа осада именно, знаешь, начинается с огнемета. Ну здорово, здорово, вообще обалденная такая обновка. Мне дико нравится. О, железный удар. Вот и дело. Здорово. Ну, у тех, у кого в крови пиромантия, будут просто довольны. Сейчас можно вспомнить Team Fortress просто. Пиромантов. Блин, красота. Рука медленно, очень медленно. Ну хорошо, что вот это как его топливо, оно в принципе его ну реально много, то есть как бы ну можно добыть, там 1000-2 можно изи добыть, и оно будет у тебя вот ты просто пошел и дом можно спалить, вот такой вот большой домик можно спалить за даже не за 2000, а за 500, вот за 500 можно спалить вот такого вот масштаба деревянный дом. Я думаю, на сервере лучше вообще теперь деревянные дома не держать. Да-да. Ну и получается, смотри, вот мы используем огнемет все это время, он у меня немножко так повредился, ну то есть сам расход самого огнемета. Ну да, кстати, его надолго хватает. Класс. Что ж, в принципе, я думаю, добавить нечего. Вот подожди, мы... человека давай сжигать. Давай, вот человека осталось только дожечь. Че, кто будет испытуемым? Я, ты, чтобы... Давай. Так, у тебя... Я еще, подожди. Я вылечусь, во-первых, сейчас. Давай. Так, ты отключи год-год. Да. Сейчас посмотрим, кстати, может, все-таки мы ошибались. Но нет, вообще не горит никак. И да, я заармируюсь по-быстрому полностью, оденусь. То есть вот как вот обычно бегают боевые облачения у нас получается полностью. Угу. Вот, а пока Лис у нас переодевается, сообщу вам, что, собственно, мы всегда снимаем наши ролики по Расту на нашем Раст-сервере. В описании есть все необходимые ссылочки для того, чтобы к нам присоединиться. Вот, так что приходите, играйте, будем рады вас видеть. Здесь ребята тоже, наши подписчики, играют часто. Вот, так что, вот, что, переоделся, все? Так, стой, подожди, я смотрю, что вот у меня в резистах, я смотрю, ноль вообще сопротивляемости к огню. Я сейчас пытаюсь понять, неужели есть одежда, которая дает резист к огню? Возможно. Да, подожди. Но я думаю, что... Я вот, допустим, добавлю вот это... И, допустим... Фазмаджекет? И, допустим, вот это, например. Ну, проверить просто на них, может, есть этот... устойчивость к огню. Нет. И нет. Знать... А, нет, вот костяной дает устойчивость к огню немножко, прикинь. Да ты чё? Да. Интересно. Вот, хочешь спастись от огня, надевай костяной с этим. Ну, правда, он не сильно даст, но он даст. Но даст. Даст! Даст, вот что-то. Ну давай, надевай, что думаешь, наиболее эффективно против огня. Все, да? Сжечь. Давай я сначала чуть-чуть так пискну. Минус 7, ТП. Минус 7, да? Так, а теперь давай беги, а я буду тебя сжечь. А, блин, уже половина ХП. Да ты чё? Ну да. И я просто сгораю, то есть вот видишь, как бы... Конечно, нет, забей. Вообще забей, конечно, да. Огнемет в ближнем бою самое страшное, что есть, походу. Да, причем ты еще, знаешь, вот люди огня боятся, некоторые-то еще на ментальном уровне может такая атака произойти. И тебе просто вот паника, и ты умрешь просто из-за того, что запаниковал на поле боя. Да. В общем, кремацией заниматься сейчас будет одно из самых веселых развлечений в Расте. Да, вот. Куда я падаю? Что, под текстурой, что ли? А, нет, я понял. Все, забей. Вот.
А на этом, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, заходите играть на сервер. Всем удачки и всем тортик!